На продовження інформаційного блоку у нас актуальне інтерв'ю. Незабаром в Україні розпочнеться опалювальний сезон, саме тому питання розрахунків за послуги із розподілу природного газу набувають актуальності. Бо від своєчасного отримання оператором газорозподільних систем коштів за доставку палива споживачам залежить безперебійне та надійне газопостачання. Яка ситуація із оплатою за доставку енергоресурсу склалася у Дніпрі та Дніпровському районі? Про це питаємо начальника управління зовнішніх комунікацій Дніпрогазу Микиту Лучкіна? Доброго вечора, нашому гостю. Давайте розпочнемо із нагадаємо нашим глядачам, чому саме розділили, чому ми на сьогодні маємо дві платіжки за газ і за доставку. Чому так сталося? Добрый вечер, спасибо за вопрос. Хотелось бы напомнить об изменениях, которые произошли в законодательстве касательно оплаты за газ и за его доставку. История берет начало, скажем так, в конце прошлого года, именно 24 декабря 2019 года Национальная комиссия по вопросам регулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг изменила порядок оплаты за доставку газа. Ранее тариф на доставку газа был составляющей цены и оплачивался потребителями газа в единой цене на газ. В соответствии с изменениями, которые были приняты госрегулятором, и так как услуги по продаже газа и по его доставке ⁇ это две разные услуги, которые предоставляют разные компании, соответственно, теперь оплата за услуги доставки газа оплачивается на реквизиты оператора газораспределительных систем, а за сам газ как товар потребители оплачивают на счета компании поставщика. Если говорить о Днепре и Днепровском районе, то на территории лицензионной деятельности нашей компании услуги по распределению газа предоставляет Днепрогаз. Хотелось бы акцентировать внимание, что изменения, которые произошли в порядке оплаты за доставку газа, обусловлены требованиями закона Украины о рынке природного газа, который был принят в 2015 году, а также требованиями третьего энергетического пакета. Ну, там с платежками уже вроде разобрались, уже их две, там их присылают одновременно, была там некая путаница в начале. А сам тариф, вот этот тариф доставки газа, там какая-то такая схема, формула, да, вернее, расчета за прошлогодние годние показатели, да, берутся там основа. Вот как это происходит, расчет? Хотелось бы напомнить, как рассчитывается стоимость услуги по доставке газа. За основу берется тариф, который утверждается, опять же, госрегулятором НКРЭКУ для определенного оператора газораспределительных систем. Для нашей компании, в частности, тариф утвержден с 1 июля в размере 71 копейки за 1 кубометр газа в месяц. И если говорить о механизме расчета, то он следующий. Он, опять же, утвержден кодексом газораспределительных систем и в Основу расчета э, берется объем газа, который потребители использовали в течение минувшего газового года. Газовый год ⁇ это терминология Кодекса газораспределительных систем. Это период с 1 октября по 30 сентября. Объем газа, который потребители использовали в минувшем газовом году, делится на 12 месяцев и умножается полученный результат на действующий тариф на доставку газа, на вот эти 71 копейку, о которой я сказал, которая действует с 1 июля. В результате мы получаем стоимость услуги по доставке газа, которую потребитель оплачивает ежемесячно. Ситуация в стране сегодня непростая. Карантин повлиял очень отрицательно, в том числе на оплату всех услуг ЖКХ. Я думаю, что с тарифами газами тоже есть, с оплатой да, есть проблемы. Как платят сегодня жители города и области? В первую очередь хотелось бы напомнить следующее, что согласно требованиям типового договора на доставку газа или на его распределение, который также утверждается госрегулятором, оплачивать за услуги по распределению нужно в текущем месяце до 20 числа. Что касается э, состояния расчетов по э, Днепру и Днепровскому району, во-первых, от лица компании хотелось бы поблагодарить тех клиентов, которые производят оплату за э, доставку газа своевременно. В особенности мы благодарим тех э, потребителей газа, которые произвели оплату до конца текущего года. Однако э, на 1 октября мы Констатируем факт, что среди клиентов нашей компании 14% Днепря на это в среднем 55 тысяч населения не платили за доставку газа с начала года ни разу. Угу. Такие потребители уже получают от нашей компании досудебные предупреждения. Хотелось бы напомнить, что по требованиям действующего законодательства задолженность за доставку газа после завершения карантина может стать э, причиной для отключения от системы газоснабжения. Помимо того, э, акцентирую внимание, что кодексом ГРС предусмотрено, что даже если мы отключаем потребителя за задолженность, э, которая сформировалась за доставку газа, начисления не приостанавливаются, они продолжают производиться. И мало того, э, долг имеющийся на лицевом счету, будет в дальнейшем э, взыскиваться в судебном порядке. То есть помимо суммы долга потребителю еще придется оплатить судебные издержки, и, естественно, э, в конечном итоге это приведет только к дополнительным финансовым затратам. Хотелось бы подчеркнуть, что около 245 тысяч наших клиентов для этого количества, которые используют либо газовые плиты и колонки, либо же просто газовые плиты, объемы газа у них небольшие, платеж за доставку газа в год не превышает 80 гривен. То есть, если мы говорим о ежемесячной сумме к оплате за доставку, то это в среднем 6,57 гривен. Естественно, что даже в некоторых коммерческих банках сумма комиссии превышает величину такого платежа. В таких случаях для таких клиентов мы рекомендуем производить оплату либо же за квартал, за полгода, чтобы уменьшить на на семейный бюджет особенности это актуально в период грядущего отопительного сезона ну вы сказали что вот есть возможность у вас отключать но очень часто происходит что отключают там целые стояки или целые подъезды даже да из-за одного-двух неплательщиков такое случается же да а, там, сложно выбивать долги там не могут человек может не открывать двери и все просто да там, я ничего не, не получала, никаких так. уведомлений там судебных, например. Вот как, ну, ну, есть такие данные, да, люди говорят, что там отключают целые подъезды. Это правда? Отключение стояков либо отдельных подъездов или многоквартирных домов не связано с задолженностью какой-то конкретной квартиры. Это запрещено действующим законодательством. Если мы говорим об отключении стояка, либо же, например, подъезда, mm -hmm. временное отключение э, подачи газа связано с требованиями, которые прописаны в правилах безопасности систем газоснабжения. Отключение может быть связано с выполнением ремонтных работ на системе газоснабжения, э, каких-то плановых капитальных ремонтов, э, процессом установки счетчиков газа, либо же э, авари ликвидацией аварийных ситуаций. Также правилами безопасности предусмотрено внеочередное отключение от системы газоснабжения. Мало того, наши аварийщики обязаны выполнить такое отключение оперативно, без предупреждения, если имеется утечка на системе газоснабжения, дабы не допустить аварийную ситуацию. Ну, в дальнейшем уже по э, мере того, как выполняются какие-то работы запланированные, либо же аварийная ситуация на системе газоснабжения устранена, э, выполнение э, работ по пуску газа происходит в соответствии с требованиями кодекса ГРС и правил безопасности систем газоснабжения. Mm -hmm. Если в квартирах имеются какие-то, допустим, технические нарушения, то они на момент пуска газа должны быть устранены. Помимо этого, э, кодексом также предусмотрено, что на момент пуска газа задолженность за газ перед поставщиком должна быть погашена и задолженность за доставку газа перед оператором ГРС должна быть погашена. В таком случае наши специалисты выполняют поквартирный обход, обследуют систему, если проблем по квартирам нету, как технических, так и финансовых, выполняются работы по пуску газа. Если, допустим, в какой-то квартире есть технические нарушения либо же проблема с погашением задолженности, то э, потребитель, владелец такой квартиры обязан согласно требований правил безопасности предоставить доступ для отключения своей квартиры, дабы не препятствовать газа для тех жителей, у которых проблем нет, а свои проблемы уже решать обособленно, то ли устранять технические проблемы, то ли, допустим, если есть задолженность за ту или иную услугу за газ или за его доставку, заключать договор с компанией, которая услуги предоставляет, договор о реструктуризации, mm -hmm. то есть о частичном погашении задолженности. То есть по квартирное отключение это несложно, это безопасно для других, да, если там есть один должник, например, или опасный какой-то потребитель, его отключили, там, изолировали и все живут себе дальше, да? Такое? Отвечу следующим образом: если потребители газа выполняют свои обязательства, которые прописаны в типовом договоре на поставку и на распределение, а также в правилах безопасности, обеспечивают беспрепятственный доступ сотрудникам газовой компании для выполнения своих обязанностей, да, то проблем, как правило, не возникает. Однако, Нередко мы сталкиваемся с ситуациями, когда люди сознательно не допускают свои газифицированные квартиры, понимая, что допустили некие технические нарушения, самовольно заменили газовую колонку, либо газовый котел установили, дополнительное газовое оборудование, либо же нередко выявляем факты несанкционированного отбора природного газа, либо же объект был отключен ранее, люди самовольно снимают пломбы, начинают пользоваться газом. То есть mm -hmm. это все является нарушениями, и в таких случаях, да, как правило, мы сталкиваемся с недопусками в квартирах, и, естественно, все это сказывается на сроках выполнения работы, если работы такие выполняются в многоэтажном доме, mm -hmm. где. Живут не один десяток А людей. вы можете ваши работники могут войти как? Вот принудительно могут войти там с полицией, например, или там с решением суда, вот в подобную квартиру. Или дело в том, что все работы на системе газоснабжения мы выполняем по согласованию с собственниками управителями многоэтажного жилого фонда. То есть, если, допустим, мы выполняем на договорных условиях техническое обслуживание внутридомовых сетей газоснабжения, работа выполняется согласно графиков, мы письменно уведомляем баланс содержателя, собственника mm -hmm. многоэтажного жилого фонда в графике проведения работ. Вот. Помимо этого, мы уведомляем потребителей на нашем сайте и уже непосредственно перед выполнением работ объявлениями на подъездах. Но опять же, тут зависит все от ответственности и организованности жителей. Как правило, если даже работы по установке счетчиков взять, когда нужно несколько квартир оснастить счетчиками, при взаимодействии с нашими специалистами это все можно сделать оперативно. И также предоставив доступ во все квартиры, mm -hmm. э, пуск газа выполняется в течение одного рабочего дня. То есть все зависит напрямую от добросов... добросовестности. Э, наших клиентов, скажем так. Так, вот есть еще э, такое мнение: люди в частном секторе, да, обычно живущие, те, которые там прокладывают трубы самостоятельно до своих э, домовладений, они потом говорят: а почему я должен платить за доставку газа, если там я все эти работы выполнял э, там за свои деньги, да? Что вот с этим вопросом? Как бы? Хочу акцентировать внимание наших клиентов и, в принципе, зрителей нашей программы, что оплата за доставку газа это не оплата за трубы, как многие ошибочно думают. Оплата за доставку газа, за его распределение, это тот жизненно важный объем финансирования, который операторы газораспределительных систем, в том числе и наша компания, используют для выполнения своих непосредственных обязанностей. Это и полноценное функционирование аварийно-диспетчерской службы 104, специалисты, которые в круглосуточном режиме отрабатывают заявки жителей, которые связаны с утечками газа. То есть первое ⁇ это вопросы безопасности. Помимо этого, средства, которые мы получаем от потребителей за доставку газа, направляются на выполнение пунктов э, плана развития газораспределительной системы города. сюда входит модернизация газораспределительных сетей, реконструкция, выполнение капитальных текущих ремонтов, работы по установке счетчиков, обеспечение клиентского сервиса, разработка новых э, онлайн э, способов взаимодействия с сотрудниками нашей компании, поддержание, регулирование давления в сетях, замена оборудования. в общем, все то, что необходимо выполнять силами газовиков для того, чтобы природный газ был доставлен в квартиры, частное домовладение 24 часа в сутки, 365 дней в году. И мало того, чтобы он был доставлен безопасно, бесперебойно и надежно. Так, люди, которые не пользуются газом, должны платить за доставку, за то, что там газ подводится к их домовладению? именно наличием постоянных затрат на те задачи, о которых я сказал по предыдущему вопросу, и обусловлено постоянное начисление платы за доставку газа. Естественно, мы понимаем, что есть категория потребителей, которые временно не живут, некоторое время газом не пользуются или не пользуются в принципе газовым оборудованием. Для таких категорий потребителей в марте месяце было утверждено постановление НКРЕ номер 580, от 6 марта 2020 года. И согласно этому постановлению, для категорий потребителей, которые используют газ меньше 9 месяцев или которые являются новыми потребителями, а также для тех, кто, в принципе, не использует продолжительный период газовое оборудование и отключена система газоснабжения путем опломбирования, но не расторгал договор на доставку газа, утверждена минимальная плата за доставку газа. В чем суть? Значит, имеется три категории потребителей: у тех, у которых установлены газовые плиты, которые используют плиты и колонки, и uh -huh. те, кто использует газ комплексно, в том числе для автономного отопления. Для этих трех категорий потребителей НКРЕ определен минимальный объем газопотребления в год, который берется за основу для того, чтобы рассчитать минимальную стоимость доставки газа. На примере потребителей с плитой скажу, что этот объем составляет 39 кубов в год. Соответственно, учитывая на сегодняшний день тариф 71 копейку сумма минимальной оплаты в месяц за доставку газа составляет 2 гривны 31 копейку если говорим о потребителях у которых установлены плита и колонка объем газа для них утвержден постановлением НКРЕ на уровне 126 кубов и соответственно минимальная оплата за доставку газа в месяц составляет 7 гривен 46 копеек и последняя категория которая я сказал автономное отопление объем газа 314 кубов в год соответственно оплата за доставку минимальная оплата за доставку составляет 18 гривен 58 8 копеек. Также хотелось бы отметить, что если по каким-то причинам потребители не используют газовое оборудование, либо же не планируют этого делать в принципе в дальнейшем, мы рекомендуем рассмотреть возможность отключения от системы газоснабжения. Для этого нужно обратиться в наш центр обслуживания клиентов по улице Паторжинского 24 и написать соответствующее заявление. После того, как договор на доставку газа будет расторгнут с потребителем, начисление... За эту услугу по лицевому счету будут приостановлены. Uh -huh. Очень много говорят о том, что если есть долги, субсидию не назначают, да, правильно влияет э, количество долгового состояния вообще оплат на а, вопрос решения субсидий. Да, влияют непосредственно связаны эти вопросы среди получателей субсидий, естественно, тоже есть должники как за газ, так и за его доставку. Специалисты нашей компании ежемесячно направляют в управление социальной защиты населения перечень таких должников, которые задолжали за доставку газа больше, чем за три месяца. Естественно, что если задолженность за распределение газа не будет своевременно погашена, такие клиенты Рискуют лишиться субсидий в грядущем отопительном периоде. Ну, еще вот такая тема. Есть сегодня процедура у вашей компании проверка счетчиков, поверка, как правильно говорят. Как это происходит? Стоит ли доверять да, тем работникам? Возможно, они это ваши работники, которые звонят и сообщают о том, что будут там приходить слесари, да, меня отчетчики, там, забирать их. Как вообще происходит эта процедура и как вести себя себе правильно вот, потребителям? Спасибо за вопрос. Отвечу. Во-первых, что касается доверия и безопасности как потребителей, так и в целом наших сотрудников также, я акцентирую внимание жителей Днепра, Днепровского района, что у всех наших работников, работников акционерного общества Днепрогаз есть удостоверение установленного образца. Если жители нашего города сталкиваются с нашими специалистами, первое, что они могут сделать, чтобы удостовериться, нашли это работник, это потребовать предъявить служебное удостоверение, информация о том как должно выглядеть данное удостоверение размещена на нашем сайте. Что касается работ по поверке счетчиков, поверка счетчиков, напомню, выполняется для того, чтобы определить пригоден ли счетчик для эксплуатации, то есть соответствует ли он метрологическим характеристикам. В зависимости от типа установленного счетчика, поверка производится раз в пять или раз в 8 лет, в зависимости от требований, которые обусловлены в паспорте завода-изготовителя. Проверка может быть плановой, которая выполняется нашими специалистами согласно графику за средства, которые выделены нам в тарифе на распределение природного газа, и внеплановая. Если плановая поверка выполняется бесплатно для потребителей, счетчик проверяется и возвращается на место, если с ним все хорошо, то внеплановая поверка отличается чем? Например, потребитель сомневается в том, что счетчик считает правильно. Он хочет проверить прибор на соответствие метрологическим характеристикам. В таких случаях он обращается с письменным заявлением в наш метрологический центр. Наши специалисты приезжают, снимают этот прибор на поверку. Но если поверку счетчика инициирует собственник квартиры, то, естественно, он, как инициатор, несет затраты по оплате данной услуги. Затраты еще связаны с тем, что при Поверки счетчика, которая выполняется комиссионно как специалистами нашей компании, при поверке присутствует государственный поверитель. Это представитель Днепортес ⁇ Стандарт метрологии ⁇ и, собственно, акт да, да, специалистами стандартной метрологии составляется акт о пригодности либо непригодности счетчика к дальнейшему использованию. Mm -hmm. Если счетчик пригоден, мы его устанавливаем обратно потребителю, он продолжает пользоваться своим прибором учета. Если же счетчик признан непригодным, дальнейшему использованию. Есть, опять же, два нюанса. Если ранее этот прибор учета устанавливался за средства оператора ГРМ, то есть за наши средства, за средства Днепрогаза, предусмотренные в тарифе, то мы его меняем потребителю бесплатно. Если же потребитель устанавливал счетчик за собственные средства, то, соответственно, если счетчик не пригоден, он самостоятельно несет затраты на его замену. Помимо того, к сожалению, систематически в среднем 90-100 случаев в месяц это выявление фактов незаконного вмешательства в счетчики, незаконного отбора газа, срыва пломб и так далее. Есть нарушения, которые допускают недобросовестные потребители газа. В таких случаях при выявлении подобных фактов нашими специалистами, согласно кодекса ГРМ, составляется акт о нарушении, вписывается конкретный вид нарушения, счетчик пломбируется, также отправляется на поверку. Помимо этого, после того, как подобные факты выявляются, согласно кодексу, мы обязаны произвести начисление за убытки, которые причинены газораспределительной компании. Если говорить о кражах газа, то в среднем сумма начислений может колебаться от тысячи гривен вплоть до полумиллиона. Поэтому, естественно, акцентируем внимание, что помимо вопросов безопасности, законное потребление газа э, обходится намного дешевле, нежели его воровство. Uh -huh. А на время, там, пока установят счетчик временный, да, то есть происходит оплата по тарифу, как обычно, там, человек платит, как, как и было ранее у него. да? Или там какой-то средний тариф используется, когда сняли счетчик? При наличии обменного фонда мы устанавливаем замен счетчика потребителя, счетчик подменный, и расчет э, происходит согласно показаниям этого счетчика. Если же э, нет возможности установить счетчик из обменного фонда, ставится технологическая перемычка, и начисления производятся потребителю согласно требованиям кодекса ГРС, опять же, по аналогичному периоду прошлого, прошлого года, года, отопительному либо межотопительному. Угу. Так, ну и какие ваши пожелания, ваши советы потребителям газа вот на передодни опаливального сезона? Несмотря на теплую погоду осеннюю, все равно сезон низких температур не за горами. Мы акцентируем внимание наших клиентов, потребителей газа на... Необходимости неукоснительного соблюдения правил безопасности при эксплуатации газовых приборов в быту. Первое, что хотелось бы напомнить, категорически запрещено правилами безопасности производить самовольную замену приборов, установку дополнительного оборудования, тем более делать это самостоятельно. Нередко подобные манипуляции производят не профессионалы работа таких людей на системе газоснабжения чревата тем, что могут возникнуть утечки. Естественно, мы понимаем, что утечка газа – это возникновение аварийной ситуации, что может повлечь необратимые последствия. Поэтому напоминаем, что для замены установки дополнительного оборудования, реконструкции системы газоснабжения следует обращаться к специалистам, выполнять все эти работы с соблюдением требований действующего законодательства, оформлением проектной документации, исполнительно-технической документации. Помимо этого, акцентируем внимание собственников и управителей многоэтажного фонда, что законодательно за ними закреплено ответственность за техническое обслуживание и своевременное выполнение капитальных текущих ремонтов, то есть за безопасную эксплуатацию внутридомовых систем газоснабжения. На сегодняшний день безопасная эксплуатация внутридомовых сетей обеспечивает собственниками на основании договоров. Это могут быть договора на техобслуживание как с нашей компанией, так и с любыми другими специалистами, которые имеют разрешение лицензию гоструда на выполнение подобных работ. Вот. Ну и в завершении хотелось бы напомнить, что для того, чтобы взаимодействовать со специалистами нашей компании в части передачи показаний, сверки оплат по лицевым счетам, консультации по вопросам. Присоединение к газовым сетям, установки счетчиков, любые вопросы по услугам газоснабжения, на которые отвечают наши специалисты, можно взаимодействовать при помощи сервисов сайта 104 UV, мобильных приложений 104 Mobile, 104 Mobile Lite и чат-ботов в Viber и Telegram. Призываем к использованию наших дистанционных сервисов, особенно это актуально в период карантина, чтобы минимизировать риски заражения. Берегите себя, будьте здоровы! Дякую вам, дуже детальна така розповідь і відповіді. Ну, сподіваюся, що опалювальний сезон буде безпечним і вигідним для вас і для нас. Дякую. Спасибо. І я ще раз дякую нашому гостю Микита Лучкін, начальник управління зовнішніх комунікацій компанії Дніпрогаз. Був у нашій студії. Говорили про розрахунки за послуги із розподілу природного газу. Я дякую вам за увагу. Залишайтеся на 9 каналі. До встречи!